Привет, Москва! Мы наконец-то первый раз на Дюхой выползли на велосипедах к Москве-реке. Вот идем, любуемся красотами нашего пляжа, речного вокзала. Какой сделать песочек? Генетический. Какой? Генетический. Генетический песочек? Это да. Что такое? Ну, вот это, знаешь, который... Не знаю, как объяснить. Он такой очень сыпучий, реально. А, сыпучий? Из него можно лепить такие фигурки, которые не распадаются. Сзади. Кто? Город. Городок детский. Ну, вот здесь вот люди купаются. Нельзя. Почему? Вот, видишь? Нет, и там нельзя, а тут можно. А, у тяндики. Такой дубак, что мы вон с Надюхой на велосипедах приехали в перчатках. Помнишь, я коллекционировала в детстве камни? Да. И мы все их выбросили. Да ничего не выбросили, на балконе где-то лежат эти камушки. В общем, вот организованный пляж здесь очень даже будет прилично, когда будет жарко. А пока дубак, 2 июня 2017 года, а мы тут загораем! Привет! Мы пришли тут на Москву-реку полюбоваться. Ходят большие лайнеры, и утки ходят, и селезни. О, сколько их много! Вон Надюшка сидит, наблюдательница природы. Папа, чего? Я сойду с ума. Ага. Прошла красивая такая белая пава-лодка и сделала тут волну. Ох, развелось. Ой, а вот выводок, Надюшка, смотри, маленькие. Пискляшки такие.